Здравствуйте, дорогие зрители. Хочу вам представить нашу новую гостью, участницу нашего проекта расцерковления бывшей православной монахини Лады, которая написала нам и захотела рассказать о моральном и психологическом насилии в монастыре и поделиться своим опытом многолетнего пребывания в Русской Православной Церкви. Не будем говорить, сколько лет, но опыт достаточный. Я думаю, что сейчас мы все это поймем. Лада, вам слово. Как вы там оказались? Расскажите, как вы там оказались? Какая причина была? И расскажите о вашем опыте. Ну, во-первых, я приветствую всех зрителей вашего канала, вас, Максим. Как я там оказалась? Оказалась я там, потому что я не понимала ничего, потому что я была очень дезориентирована, была очень молодая, сбитая с толку. У меня был очень тяжелый период в жизни. И плюс ко всему... Да, может быть, даже и не плюс, а просто вот основа. И, ну, в основном, почему я туда попала, это потому что я вообще была, как бы, я сама из дисфункциональной семьи. То есть я насилие психологическое видела с самого детства и испытывала на себе. И для меня это было нормой. Вот это страдание, вот это вот терпение всего. И когда мне вот стало совсем плохо, прям плохо, я пришла в храм, и там мне просто полегчало. И какое-то вот, знаете, чувство вины какое-то, вы знаете, как вот просто, когда родители вот, ну, над детьми издеваются, там навешивают чувство вины, чувство стыда, вот эти токсические вещи, ребенок несет эту вину и стыд, непонятно, что он сделал, он не любимый никогда. И вот, ищем любви. Я реально искала любви у Бога, у церкви. Потому что я сейчас понимаю, что... Вот это я сейчас анализирую. Но тогда я думала, что вот я так люблю Бога, я хочу Боженьке посвятить всю жизнь свою. И мне ничего не надо, кроме как вот любить Боженьку, любить Бога, Его святых, Его ангелов, эту прекрасную церковь и служить. И вот просто отдать свою жизнь. Ну вот потому что просто в обычной жизни я уже не вывозила, просто психологически не вывозила многие вещи. Я тогда не понимала. Я сейчас понимаю, мне просто нужна была психологическая помощь. Просто. Молодой девушке, которая просто, ну, разобрана по частям. Вот. И я пришла в храм. Один раз, второй раз. А потом мне это понравилось. Вот это на исповеди, когда ты исповедуешься, то этот груз с тебя падает. И вот создается иллюзия, что с тебя вину сняли. Но, поверьте мне, религия и православие, христианство, вот это христианство, оно не решает и никогда не решит внутренних психологических проблем. Оно их только закамуфлирует и усугубит. До поры до времени оно будет там лежать нетронутым. Будет иллюзия, что все хорошо. Но рано или поздно все равно эти проблемы, эти состояния, эти непроработанные травмы настигают, как они настигли меня. Поэтому я просто, можно сказать, пряталась в монастыре. Я вот честно и открыто об этом говорю. Я туда убежала от трэша, который был у меня в жизни. Другая история, как я оттуда выходила. Понимаете, в монастыре... Ну, сначала расскажите, с чем вы там столкнулись. Вот вы пришли туда. Как вы туда пришли? Как вас посвятили в монахини? Кто вам сделал это предложение? Может быть, вы скажете, что это было в монастыре? Что это было? Но это... Значит, как... Мы с духовником моим, с батюшкой, ну, на приходе, вот я ходила на приход, у меня появился батюшка, которому я постоянно исповедовалась. И он как-то вот повез своих сына и дочку на выходные в монастырь.
монастырь такой маленький, сельский, там на отшибе где-то, но он славился высокой духовностью, и там такая игуменья, говорили, что она там чуть ли не прозорливая, она такая матушка, такая строгая, но она такая прозорливая, очень духовная. И я говорю, можно я с вами? И он меня взял просто там побыть. Я когда увидела все это, и мне захотелось там остаться. Через месяц я уже туда приехала с сумками и сказала, что я буду тут жить. Я прям очень серьезно, у меня очень серьезные были намерения. Очень. Я там осталась и стала жить. Я поначалу все было великолепно. Вот на стадии, когда ты просто, когда я еще даже вот ну, туда первый раз приехала, когда я там просто работала. Была очень ласковая. Но я почему-то удивлялась. Вот она со мной такая ласковая, так вот, вот так вот, вот так вот разговаривает. Тут же проходит мимо какая-нибудь сестра, она на нее может наорать. Это вот какой-то диссонанс. Я тогда думала, что так надо. Ну, она же духовная, она же понимает. И она могла на нее наорать, просто потому, что там у нее там не убрано на крыльце где-то, вот она сейчас мимо домика проходила, у нее там бардак на крыльце, она просто на нее так наорала, как будто бы, я не знаю, ну, несоразмерно вот это вот агрессия, и то, что человек что-то там забыл обувь убрать и забыл подмести крыльцо. И просто было такое, что поначалу вот эта ласка, я потом думала, ну что-то как-то вот с сестрами она прям очень жестко. С паломниками она такая ласковая. С сестрами прям жескач. Прям она их называла. Мать, иди сюда! Куда пошла, мать? Иди сюда! Вот, вот, вот такое обращение. И вот потом, когда я уже там осталась в качестве насельницы, я это просто испытала на себе. Но объяснялось это тем, что вы все вот такие вот пришли из мира, вы все такие грязные, вы все грешные, вы все гордые. А гордыня – это самый тяжелый грех. И чтобы победить, вот победишь гордыню, будешь сразу вот святым, тебя Бог вот просто, ну, спасешься. И вот поэтому я из вас эту гордыню выдавливаю, чтобы, ну, вот, вот этими унижениями, вот этими криками, для того, чтобы вы спаслись. И вот там вот объяснялось все. Потом, через год, меня одели в послушницу, и потом уже, потом через некоторое время уже был постриг, но постриг иноческий. То есть я не в монашеском постриге, это был просто иноческий постриг. Ну, потом постригают в мантию. Я как бы инокиней была. Но психологическое насилие, оно вообще там сплошь и рядом, и всех видов. Единственное, что вот я когда смотрела ваш канал, Ананда рассказывала, что она сталкивалась с сексуальным насилием. Я с этим не сталкивалась. Я этого не... Я слышала про грехи монашествующих и про грехи священства, но сама этого не видела и не сталкивалась, может быть, даже к счастью. Потому что вот то, что я там видела, ну, мне хватило. Вот. Что вы видели конкретно? Вот все виды насилия вы сказали. Лава, какие виды насилия, кроме унижения, кроме окриков? Кроме команд и приказов, кроме вот такого вот, как бы, ну, когда манипулируют вот так, да? То принеси, подай, сделай это, иди туда, иди сюда. Да. Смотрите, вот просто я вот буду рассказывать конкретные, ну, вот случаи, не называя имен. Но то, что происходило на моих глазах, я была свидетелем. Ну и то, что было со мной, потом, если посчитаю нужным, расскажу. Вот, например, просто история такая. К нам в монастырь поступила сестра. Я уже там была, ну, несколько лет. Я там уже послушницей ходила. Все, я там уже была своя. Уже у меня были очень серьезные послушания. Я в просфорной несла послушание, пекла просфоры. Это далеко не каждого туда допускают.
Вот, это очень тяжелый труд. И вот к нам в монастырь поступает сестра, которая хочет остаться. Эта девушка, она бывшая наркоманка. Она 12 лет, у нее тяжелая была героиновая зависимость 12 лет. И каким-то чудом она сначала была в какой-то секте, потом она пришла в этот православный храм, где вот реабилитировали наркоманов и алкоголиков. И там она, я не знаю, каким чудом, молитвами, верой своей, силой воли, она все-таки, ну, не сказать, что преодолела, но она перестала вот употреблять и захотела посвятить свою жизнь Богу, захотела прийти в наш монастырь. Вот он такой строгий, я хочу быть со строгой матушкой. И вот эта сестра к нам пришла, а у нее были большие проблемы со здоровьем. Вы понимаете сами, 12 лет, когда человек употребляет тяжелые наркотики, у него с венами, ну, сердечно, именно с сосудами, просто огромные проблемы. И у нее, во-первых, не было ни вен на руках, ничего, но у нее была самая большая беда. У нее вот в монастыре на каком-то очень тяжелом послушании, там грязь, вот этот пот, это где-то сенокос какой-то, вот этот грязный, жаркий. И она, у нее открылась трофическая язва на ноге. То ли на правой, то ли на левой, я уже не помню. То ли на... Ну, точно на одной ноге у нее такая язва открылась. Эти язвы жутко болели. Она ходить не могла, она на силе воли ходила, она стояла, она долго стоять не могла. Вот эти службы долгие монастырские, ее заставляли стоять. Она садилась, и потом посидит, ее заставляют вставать. «Стой! Ради Христа!» Ей больно, она плакала, но она терпела все это. Потом она уже, когда не могла даже работать, потому что элементарно она утром вставала, у нее вот такие ноги отекшие. Она приползала к матушке, плакала: «Матушка, я не могу». Ну, игуменья. А эта игуменья, вот при всем этом, знаете, она как-то умела все это, вот эту строгость свою, ну, так оправдать, как-то, вы знаете... Она говорила: «Ну вот ты же поступила в монастырь, надо терпеть. Надо терпеть, вот ты умри просто. Вот ты умрешь ради Христа и сразу попадешь в рай. Ты ж такая грешница, ты же вот столько грехов у тебя, там небось и вот это, и вот это, и вот это у тебя было, ну и что там догадаться? Ну и вот как вот это все давай как-то отрабатывать же надо? Вот тебе Господь так милостиво послал эти страдания». Ну, девушка мучилась. Потом как-то раз все-таки, ну, видимо, она упросила матушку, ее повезли в больницу с этими язвами. Привезли в больницу, врачи в шоке: «Вы вообще откуда? Вы вообще откуда? А почему вы так долго не лечились? А где вы вот такое вот? И почему вот, когда это у вас открылось? Ну, там, несколько месяцев назад. А почему вы сразу не обратились? Вы знаете, что мы вам можем, если вот так оно запущено будет, в следующий раз вас привезут, и мы вам ногу ампутируем. Вы зачем себя так доводите?» Вот. Эта сестра, почему я это знаю? Потому что она потом мне помогала в просфорной и просто изливала душу, просто она мне рассказывала. Она говорит: «Я стою, я вот слышу вопросы врачей, и у меня просто... Я, говорит, не знаю, что сказать, потому что вроде как бы сказать, что это матушка меня не пускала, это будет, как бы я как будто бы матушку предам. И вообще сказать о том, что меня там не хотели лечить, то это скажут: ну что это за церковь у вас такая?» Но я стою и как бы говорю: ну вот я вот так вот, типа, ну я такая глупенькая, а... В общем, человек как-то вот все вот отмолчался, но врачи все поняли, они же не глупые. Вот. И с этими язвами эта девушка мучилась, наверное, года полтора. Были моменты, когда просто мы, я помню, я несла еще клиросное послушание, мы стоим, поем. Службы долгие, 3,5 часа, 4,5 часа.
Там посидеть можно только во время чтения отрывков из псалтири, называется кафизмы. И там можно посидеть минут 20-30 из всех вот этих 3-4 часов. Остальное время в основном стоять. И эта девушка с этими ногами стояла, и она, я помню, поворачиваюсь, она просто поет и плачет. Вот она поет и плачет просто. Потом она просто отошла, села, и все на нее, ну не все, а некоторые на нее так посмотрели, как будто бы она вот, я не знаю, что-то такое сделала. Ну, слабинку дал человек, понимаете? Как это так, она не дотерпела. То же самое с лечением и о том, как там относятся к проблемам здоровья. Я просто еще один случай в том же монастыре. Я была в двух монастырях. Вот это мой первый монастырь. Я вот это рассказываю, это касается первого монастыря. Во втором монастыре не так, там немножко помягче. Но вот в первом монастыре, вот еще случай. Одна пожилая инокиня так терпела, терпела и смирялась. Там же терпение и смирение. Там же терпение до зела. Там же вот будь ковриком, чтобы об тебя ноги вытирали. Вот на небо попадешь. И вот, видимо, эта инокиня в своей какой-то ревности, она довела себя до того, что у нее непроходимость кишечника стала. И ей просто сделали операцию. И вместо того, чтобы ходить в туалет, как все люди здоровые, у нее через живот вот эта вот дырочка, калоприемник. Вот до чего себя довел человек. Просто каким-то, я не знаю, молчанием своим, терпением, непонятно ради чего. А потом же игуменья ее ругала. Та же самая игуменья, которая ей говорила: «Терпи, терпи, мать». Она постоянно подходила, я видела эти картины, она подходит: «Матушка, я не могу сходить уже неделю». Она старенькая, она так мямлила. «Ну и что, мать, сходить она не может. И там, иди отсюда, вон иди работай, молись». И вот так было постоянно. И человек вот, да, ну как бы довел себя вот до такого. Вот таким безропотным послушанием и вот таким якобы смирением. И потом эта же игуменья ее ругала: «Как ты так посмела себя, мать, довести до такого?» Ну, вот такие. Я смотрю, вы там аж загрустили. Что вы там делали в монастыре? Как ваш день там проходил? И выезжали ли вы оттуда? Или вот вы приехали тогда с вещами? И вот так и оставались там? Как вот день ваш просто? Распишите. Ну, смотрите, устав был строгий. Вставали мы в 3:30 утра. 3:30 утра вставали. В 4 утра начиналось монашеское правило. Оно длится 1,5-2 часа, в зависимости от того, что там читают. Туда входят утренние молитвы, канон Богородицы, Акафист Иисусу Сладчайшему, там, или там, если праздник, то Акафист праздника, Пятисотница, земная и поясная, какие-то еще там молитвы в конце, там, чтобы Антихрист, ну, я сейчас буду говорить просто, чтобы Антихрист не взял там душу, молитва христианина последних времен, чтобы, не дай меня, Господи, в руки Антихристу попасть, ну, вот эти все молитвы читаются на правиле. Потом через какое-то время, там час или полчаса, в зависимости от того, какое по времени правило, в 7 утра начиналась литургия. Литургия служилась 5 дней в неделю. 2 дня священник отдыхал, у него были выходные. Вот, после литургии, если это был пост, то сразу после литургии все шли на послушание. Кто на огород, кто на коровник, кто послушание на кухне, кто еще где. Вот. Потом
обед где-то в час или в два, там как, ну, в зависимости от того, какое время года и как, может быть, распорядиться матушка. Вот, и перед службой, нет, не перед службой, потом в 5 часов служба, в 5 часов службы были зимой, в 6 часов службы были летом. После именно вечернее богослужение, которые длились часа 3,5. По монастырскому уставу службы очень долгие. И потом после службы ужин. После ужина опять вечернее правило монашеское, и все идут ко сну. Ночью читается неусыпаемая псалтирь. И днем тоже читается псалтирь. Ну, круглосуточное чтение псалтири, как и во всех православных монастырях, вот там тоже было. И я помню, когда вот Валентина рассказывала о том, что псалтирь читают честно, все имена читают честно в том монастыре, где я была, и в одном, и в втором. Там действительно молятся честно на псалтире, все имена читают честно, за людей молятся всем сердцем, как бы. Потому что это... Честно заблуждаются, искренне заблуждаются. Может быть, но по вере вашей будет вам. Вы знаете, я видела вот эти чудеса по, не знаю, по искренней молитве. Когда сердцем человек молится за другого, то я видела чудеса, и людям здоровье поправлялось, и люди из реанимации выходили, там на краю смерти были. Вот их родственники заказывали неусыпаемый псалтирь, человек поправлялся. То есть это не так однозначно, что это все не помогает. Это помогает. Видимо, помогает даже не сама псалтирь, а просто когда, ну, кто-то за кого-то искренне просит Вселенную, Бога. Вот как-то так оно все равно помогает. Чудеса есть. Но не потому, что это православие, а потому что мы люди, потому что мы все равно сами по себе можем создавать эти чудеса. Вот. И Бог есть, но Он не в церкви, это точно. Вот. Бог есть, но Он не в церкви. Но вот эти вот женщины, вот эти старушки с запорами и вот бывшие наркоманки, да, с язвами, не помогла молитва-то, и чудес там не случилось. Наоборот, да, они оказались в еще более тяжелой ситуации, в больнице. Вы знаете, конечно, где-то, знаете, я вам скажу так, все равно какая-то энергия божественная к человеку приходит. Но не потому, что он ходит в этом черном подряснике и молится, и кланяется к кресту, а просто потому, что он просит, ну, помочь ему, вот, видимо, Бога. Все равно связь с Богом у нас есть, независимо от того, в церкви мы или нет. Поэтому... Лада, побывав в монастыре, дав ему столько лет жизни, вы продолжаете верить в Бога, но не в религию, да? Ну, не в религию вообще. Вот. Вы знаете, у меня был такой вот случай. Я помню, что я стою как-то на службе и молюсь. И молюсь, молюсь. И так спрашиваю: Господи, ну где ты? Ну вот где ты? Вот иконы, вот кресты, вот священник ходит с этим кадилом, вот клирос поет, вот, ну, храм. А где ты, Господи, где? И тут у меня прям, понимаете, я не знаю, как это. И это не голос, это просто слова в моем сердце. Вы знаете, какие слова прозвучали? Он говорит: я у тебя в сердце. Прям я почувствовала, что мне Бог ответил: я у тебя в сердце. А я думала, что он там в алтаре, в святых дарах, я думала, что Бог на иконах, а он, оказывается, в каждом из нас. Каждому из нас Бог. Прекрасно, прекрасно. Ну, а свободное время там было у вас? Если было, как вы проводили его? Сколько было там вообще монахинь? Как строились ваши отношения? Потому что это был женский монастырь, да? И, ну, женский к
коллектив – это что, террариум, единомышленниц? Как у вас там? Вы дружили, общались, о чем вы говорили? И насколько вы были рады тому, что вы вместе? Вы знаете, я вам скажу, что вот первый мой монастырь, там, где вот этот строгий устав, где вот эта вот матушка такая тяжелая, да, там сестры были очень хорошие. Шелковые были сестры, матушка вся, мужская такая, армейская, они ходили по струнке, и все были очень милые. Мы были запуганы, я в том числе, но все равно по человеческим качествам, когда вот мы оставались наедине, вот долго где-то вместе работу какую-то делали, все равно человека узнаешь. И там были изумительные просто сестры, потрясающие. Вот сколько там всего было сестер? 20, где-то 20, но там плюс-минус. Вот человек придет, уйдет там, придет пожить, уйдет. Ну, где-то плюс-минус 20 человек сестер было. Из них были, ну, как, когда я пришла, было человека 4 молодых, как я, вот, до 30. А потом, когда я уже оттуда уходила, там оставалось всего 3 человека из молодых. Остальные были все старушки. И в основном они не особо могли там какие-то тяжелые послушания нести. И, ну, вот я вам скажу так, по человеческим качествам в первом монастыре из таких тяжелых сестер было, ну, 1-2, не больше. В основном сестры были очень хорошие, добрые, помогали друг другу. Но при этом все было человека даже 2-3. Вот они прям стучали на всех. Вот они стучали на всех. Они вот в открытую сестры не конфликтовали, но где-то вот так вот внутри себя или между собой мы понимали, что вот эта сестра, она все докладывает матушке. Что ты сказала? Сколько ты съела, если что-то там не понравилось? Потому что следили даже за сколько ты ложек сахара кладешь себе в чай. Понимаете? Чтобы жизнь медом не казалась, да? Чтобы жизнь не казалась медом. А еще, вы знаете, у меня низкое давление было, и мне просто нужен был чай. Вот реально, мне нужно было, чтобы хоть как-то повысить давление, лекарств-то там никто не давал. И вот очень хорошее средство, чтобы как-то, ну, повысить давление, тонизироваться. Это был крепкий чаек с сахаром, горяченький. Так, меня называли наркоманкой. Наркоманка! Чаёница, наркоманка. Ну и что, что ты там слабость? Ну и что, что у тебя давление низкое? Давление низкое из-за бесов. Это бесы, бесы. А вот по какой причине, по каким причинам вот девушки молодые уходили в монастырь? Они рассказывали о своей жизни? Да. Ну вот я ушла, потому что в семье, ну, в отношениях моих с моей семьей очень тяжелые вещи происходили. Я их не вывозила просто психологически, реально не вывозила. Я просто жить не хотела. Я вот сейчас понимаю, что вот я ушла, я, можно сказать, спаслась бегством. Ну, вот. Меня вот эти вот годы, пока я в монастыре была, меня никто не трогал. Я вот этого насилия не видела. И где-то я даже монастырю благодарна. Но слушая историю других девушек, молодых, в основном молодые там оказывались, потому что мама пришла и ее маленькую привела с собой. Мама пришла монашествовать, и она маленькая, там ей лет 6-7, и она пришла вместе с мамой. Я видела, вот у нас было две таких сестры, которые, у которых матери монахини. И эта девочка пришла, одна пришла лет в 8, другая лет, по-моему, в 14. И у них даже школа не закончена, они даже школу не закончили.
То есть и их потом одели в послушницы, им стало 16 лет, 18 лет им исполнилось, их быстренько обчекрыжили в инокине, чтобы она никуда не, ну, не сбежала. А я видела, как эти девчонки бунтуют. Я пришла туда, ну, как я думала, осознанно, я пришла туда спасаться, Богу служить. И вот я видела вот этих моих ровесниц, которые бунтовали. Вот она в иноческой одежде, а она говорит: матушка, ну почему инокиням замуж нельзя выходить? Как это так? А такое сказать и спросить: да вы что, ты ж предала Христа, да ты ж блудница, как ты так можешь? Даже думать не смей. Ты вот Христу, ко Христу пришла, будешь невеста его, и так умрешь в монастыре, в девственности своей, и сразу на небе будешь, ну, ты спасешься. И эти девчонки, я видела у них вот этот раздрай внутренний, вроде бы как они и Бога любят, они религиозные были, они верующие были, очень работящие, очень, ну, хорошие прям. И у них вот хочется жить нормальной жизнью, внутри вот это желание, прям сильное желание. Как они, да, и вот этот монашеский подрясник, как она его как-то подшивала красиво, как-то она так, они шить, они все умели с детства, то есть они и швеи были, ну, и они печь могли шить, готовить, там просто прекрасная женщина, прекрасная жена вообще, она умеет все. И вот я помню, одна вот инокиня, она была такая тоненькая, худенькая, такая симпатичная, и она себе так красиво подвязывала вот этот пояс на подряснике. Вот она как-то так скуфейку носила. Ну, такая красивая вообще. И вот ей все говорили: мать, ты вот такая блудная, что ты тут вот сверкаешь? Ну-ка, давай поскромнее, поскромнее. А батюшка шутил, говорит: мать, готовься к конкурсу красоты. Ну, в общем, потом она ушла и вышла замуж. И все нормально. Ну, замуж. У нее все нормально сложилось впоследствии. Да, да, все. А вот она очень хотела нормальной жизни, но через что ей пришлось пройти, она ушла из монастыря, ее мать поехала к старцу, к этому Науму. Знаете, да, говорили вам, кто такой архимандрит Наум? Это великий старец. Архимандрит не ум, ну давайте, что он там насоветовал еще? Да, великий старец сия Руси, который предсказывал, ну просто, вот просто апокалипсис вот-вот настанет, вот антихрист вот-вот придет. И у него было огромное количество духовных чад, и вот архиереи, священство, игумены, игуменьи со всей России и ближнего зарубежья. Очень много. И он был, он фанатичен был в вере, он очень любил благословлять жесточайшие посты. Он, ну, у него было очень много таких особенностей, которых сейчас просто, ну, говорить без удивления невозможно. Но все, кто у него окормлялся, я имею в виду игумены, игумени, вот в тех монастырях, которые вел этот старец Наум, там был очень строгий устав был, там было постничество. Ну, не, везде в разной степени, но вот в нашем монастыре вот там были, ну, жесткие посты. Жесткие посты. И надо работать, тяжелый физический труд, и вот на фоне вот этого голода это было что-то с чем-то. Ну, так вот, это вот старец Наум, вот такие вещи благословлял. И вот это вот ее мама, вот эта инокиня убежала из монастыря, эта мама поехала к старцу Науму. Там она поехала вся в слезах, она еще ж дочь, все, к антихристу пошла, на погибель души. Старец Наум говорит: ой, я ж тебе говорил, лучше бы она умерла. Она говорит: ой, вправду, лучше бы она умерла, чем она ушла из монастыря. Вот так у людей промыты мозги, Максим, это просто... И потом, когда эта девушка снова вернулась куда-то, но уже в другом монастыре она жила, туда переехала ее мать. И вот этот старец Наум благословил, знаете что? Купить гроб, заказать гроб для вот этой вот сбежавшей инокини. И для того, чтобы ее перевоспитать, она должна была спать в гробу. Вот такое было благословение.
Спать в гробу должна была. Для того, чтобы память смертная отрезвила ее от вот этих вот, от ее бесно... Ну, ее же сказали, что она беснуется, она же хочет замуж, она же хочет нормальной жизни, да как это так? Ее же надо перевоспитывать. Я не знаю, выполнила ли ее мама это благословение, по-моему, нет. Она не успела, потому что девушка убежала, вышла замуж, и все у нее в порядке. Махнула на всех на них рукой. И ну, что там над ней было, ну, наверное, много чего там она тоже перенесла. Прежде чем окончательно отрезвиться и выйти из этого всего. Потому что она там была в церкви, ну, с самого детства. Жесткие потери. Что это за жесткие посты? Можете рассказать? Жесткие посты? Что такое жесткие посты? Ну, для меня это было вот прям сурово. Прям реально сурово. То есть, ну, смотрите. Не ели сколько там? 40 дней не ели или что? Нет, это невозможно, потому что, ну, там невозможно, потому что надо работать. Там реально очень тяжелый труд. Монастырь-то сельский, не городской. Там огороды, там сенокосы, там скотный двор. Там, ну, там много физического труда. Там не есть невозможно. Но вот, например, Великий пост, ели по средам и пятницам один раз в день. Между трапезами нельзя даже воду пить. Вот ты хочешь пить, у тебя жажда. Ты поработал, ты вспотел, ты устал, солнце там напекло, жарко. Ты хочешь пить, у тебя жажда. Ты не имеешь права попить воды. Ты нарушаешь устав монастыря. И вот ты можешь пить воду только за трапезой. И вот, вот это вот один раз в день, вот, понимаете, штука в чем? Вы встаете в 3:30 утра, потом идете на правила монашеское, потом литургию стоите, молитесь там или поете, потом идете на послушание, потом часа в 2 или в 3 обед один раз в день. Несколько отварных картофелин, там какие-то овощи, хлебушек, все постное, без масла даже. Вот. И все. Вот вы поели один раз в день, и все. Вы дальше после обеда идете, работаете, потом опять стоите на службе, и так до 10 до 10:30 вечера. И все. И вот когда вот в таком режиме пожить, ну, неделю, 2-3 на вот этой постной еде, и на фоне вот этих физических нагрузок вы на себе почувствуете, что такое же скач. Потому что когда выходишь утром из кельи и думаешь о том, что как бы просто вот просто простоять на ногах, чтобы не сесть на скамейку во время молитвы, потому что будут ругать, как это у тебя сил нет стоять. Там реально, ну реально очень тяжело. Когда в груди слабость вот от этого истощения, понимаете? А для молодого организма, девчоничьего, у меня не было месячных 3 года. Вот извините за такие подробности. У меня не было месячных вообще. У меня месячных не было 3 года. Из-за вот этого всего. У меня сбился весь гормональный цикл, все циклы сбились. И я стала жутко-жутко полнеть. У меня было вот я не знаю, сколько я весила. Если мой нормальный вес там 56, то я весила 78. То есть еще само качество еды, вот понимаете, одни вот то, от чего толстеют. Картошка, макароны, хлеб. Вот основная, особенно в посты. Там еда углеводная. И там даже если мы постились, даже если мы ели там среда-пятница один раз в день, в остальные дни там, ну, 2 раза в день, то все равно на этой еде, во-первых, далеко не уедешь, во-вторых, я жутко была толстая, при всем том, что постоянное чувство голода, у меня было столько жира, я как себя вспомню, я аж прям вздрагиваю. У меня был вот этот пояс, ну, вот, послушнический, я не могла вот так вот согнуться, потому что вот эта пузика жирненькая, вот этот пояс так врезался в живот,
когда вот при наклоне, аж думаю, сейчас глаза из орбиты вывалятся. Ну вот реально было вообще неудобно. Вообще. При всем том, что жесточайшие посты, я была очень полная. Когда ко мне приехал брат двоюродный, он меня помнил, вот одну запомнил, тут меня увидел, он сказал: что они с тобой сделали? Ты почему такая толстая? Как вы тут поститесь, и при этом ты такая жирная стала? Я говорю: Лёш, я не знаю. Он чуть ли не плакал. Он говорит: ты такая красивая была, они тебя изуродовали. Ой, что-то ужас. Он просто на меня глянул, говорит: вот просто посмотреть на тебя, что тут с тобой сделали. И говорит, вообще, я, говорит, вот это все, вот это все. Он там ходил по этому монастырю, он ходил просто, говорит, да ужас какой, просто ужас. Что они тут с людьми делают? И он просто, я тогда просто думала: да, неверующий человек, мирской, ничего не понимает. А сейчас я понимаю. Что вы смеетесь? Лада, вот вы сказали, что очень был тяжелый труд. Вы пекли там что-то, хлебушек? И хлеб пекла, и просфоры пекла. Очень любила это дело. Расскажите, пожалуйста, вот о вашем труде. И вы говорите тяжелый. Сколько часов вы работали, и чем вы занимались, и в чем тяжесть этого труда? Ну, чисто физически, например, смотрите. Хлеб я пекла же не каждый день. Я могла там раз в неделю хлеб испечь. Вот. А в остальные дни, например, на огороде. Это вы представляете? Лето. И ты во всем полностью с головы до ног ты одет. И надо, например, окучивать картошку или полоть, или вот, понимаете, сколько часов? Ну вот в 8:30 выходишь на огород и до часу дня, до обеда. После обеда там с 2 и до 5-6 тоже на огороде. После этого ты не отдыхаешь. Ты идешь, переодеваешься в келью, переодеваешься в чистую одежду для храма и идешь на службу. И стоишь на этой службе 3,5 часа. Там даже 4 часа бывает, если все ночные. Это если кто на клиросе, так, помимо огорода, вот он там на огороде работал, он еще на клиросе поет и читает. И вот представляете, подъем в 3:30, да, и до 10 вечера не сесть, не присесть. Редко когда там, и то попросить у матушки: можно я 30 минут отдохну? Ладно, иди отдохни. Вот даже на это нужно было благословение. Когда устал уже очень сильно, когда уже чувствуешь, что не можешь, там и так себя постоянно на силе воли, ну, заставляешь себя это делать, потому что реально тело уже отказывается, уже оно не может изнемогать. Вот, когда уже совсем немного, то можно было подойти, попросить благословения на то, чтобы тебе там 30 минут отдохнуть или 1 час. Вот. Но потом ты должен работать как потерпевший, там, я не знаю, выходить с горящим глазом, работать с новой силой. Ну как же ты так отдыхал? Надо же там... Потому что было даже стыдно за это. Стыдили даже за это. Как-то вот это не оговаривалось, но это подразумевалось. Что это ты тут отдыхаешь? Сестры работают, а ты тут отдохнуть. А вам платили за ваш труд какую-то зарплату, или вы просто за еду и за жилье работали там, да? За спасение души. Как нам говорила игуменья, она нам часто, ну, наставления давала ежедневно во время трапезы, либо чтение жития святых, либо матушка начинает что-то говорить, какие-то наставления давать. И она нам говорила так: вас Бог избрал, вы пришли в его дом, будьте вообще благодарны. Вы тут же вообще живете как в баре. Вы реально живете здесь как в масле, сыр в масле катаетесь. Вы бы видели, как люди в миру плохо живут. Вот у вас тут и стол, и кровать, и службы каждый день. Вообще вы тут в раю живете. Вообще монастырь – это преддверие рая. Поэтому будьте благодарны за все.
за то, что вас кормят, за то, что, вас тут, ну, причащают, и вообще за то, что вот крыша над вами, вообще, что Господь на вас презрел и не отринул вас за ваши грехи, а грехи у вас, ой-ой-ой, тяжелые. И Антихрист скоро грядет, грядет Антихрист. А вот вы очень это на огороде выращивали, да, и синокос, огород зимой. А потом зимой... вы вот это все, это монастырь продавал это все? Или это для собственных нужд? Максим, это вообще история о том, куда все. Это в епархию. Часть себе, но какую-то часть в епархию. Ну, как дань давали, вот, там, сколько-то картошки отдают в епархию, чтобы кормить вот этих всех иерархов, там, священников, там, этих епископов, вот, овощами, капуста, картошка, помидоры, там, все это как бы, и молочная продукция, там, сестры варили великолепный сыр, делали творог, и по большей части это уходило туда, в епархию. У нас было два пруда, где выращивали очень вкусных карпов, вот такие вот большие, жирненькие. Мы их не любили, потому что они были очень жирные, а у многих сестер были проблемы с поджелудочной. Ну, с таким режимом, как бы, у многих были проблемы с ЖКТ. Но карпы были вкусные, и этих карпов там, я не знаю, огромными количествами каждый год, когда вылавливали, мы их чистили, и огромную часть этого всего отдавали в епархию, вот такой вот дань, вот такой оброк, такой вот. И мы это видели, мы это ели, но, как сказать, это очень было вкусно. Своя продукция деревенская, молочная, там, овощи, конечно, вкусно. Ну вот монастырь, иногда торговали они, продавали там творожок, там кто захочет из прихожан. Ну в основном это все шло в епархию оброком. Мы даже, я помню, как-то сходили за папоротником с сестрами, ну собрались с сестрами, с более-менее молодыми. И я просто уговорила, говорю, ну, благословите за папоротником. Я люблю очень по лесам ходить, на природу. Мы набрали столько папоротника. Думали, сейчас засолим и будем в посты кушать папоротник. А он сытный, он там очень сытный, очень полезный. Но мы где-то большую часть отдали опять в эту епархию. Даже папоротником, понимаете? Ну, а где вы деньги-то брали на собственные нужды? Вам же, наверное, хотелось что-то себе купить или нет? Нет, Максим, смотрите, там было, о нас была полная забота. То есть нам выдавали всю одежду. То есть нас кормили. Лечить не особо лечили. Вот. Кормить кормили. Одевать одевали. То есть если у тебя какая-то нужда, там, колготки, нижнее белье, там, кофта, теплая одежда, верхняя одежда, обувь. Там все выдавали. Там был такой склад одежды и обуви, назывался Рухлядная. И там была назначена специальная сестра, которая заведовала этим складом. И она по благословению матушки выдавала нам все, что нам необходимо. Ну, там, конечно, было старенькое, ношенное все. То есть ношеное белье вы, что ли, носили? Ношеные трусы и лифчики? Нет, трусы, лифчики там запрещены были, но я носила. Белье мне повезло. Мне сестра прислала как-то вот посылку, и там был на несколько лет запас хороших носок и хорошего белья, в том числе и лифчики. И лифчики, и трусы. Ну, то есть у меня это было. Сестры молодые ходили без этого. Как это объясняла игумене, она говорила, лифчик – это наряд блудницы. Нельзя. А когда ей говорили, ну, это же ненормально, оно же должно как-то, физиология как-то предусмотрена, чтобы все-таки грудь поддерживалась. Тем более там работаешь, там этими руками машешь, прыгаешь, скачешь там. И, во-вторых, все это под подрясником, все равно видно, оно же движется, колышется. Извините за такие подробности.
Она говорила, надевайте маечку. Маечку, надевайте маечку. Я помню просто случай, когда прибегает сестра благочинная, это правая рука игумени, которая заведует нравами сестер. И я помню, она так удивлялась, как это так? Одна из послушниц молоденьких там где-то с братьями на коровнике работала, и у нее там просто, ну, она не носила по благословению матушки нижнее белье женское, ну, вот верхнюю часть. И у нее все это колыхалось, мотылялось, и братья как-то так смотрели. И как это так, это вот благочинная так удивлялась и возмущалась, как-то вот прям нехорошо, нехорошо. Хотя вот понимаете, сами, они же сами и игумени эту ситуацию породили. Вот такого соблазна, понимаете? А что-то, а вот такое удавалось ли устоять? Слышно, Максим. Чем мне удавалось устоять братьям? Да, Максим, там матушка как придет, как на всех, как всех посмиряет, и братьев, и сестер, там все поникшие ходят, там вообще не до этого. Там смиряли так, что себя чувствуешь такой, ну, просто прахом и пеплом, что не до вот этих даже мыслей. И там, когда вот ну, сильный труд, тяжелый, то там как бы вообще не до этого. Вообще, когда сильные физические нагрузки и труд, еще и ты молишься, ну, там бывает промелькнет какая-то мысль, но я имею в виду вот у сестер. Но оно там не это. А братья и сестер боялись. Боялись? Никогда. Почему? Не потому что боялись, не кто-то благоговейно к ним, что вот эта сестра, что вот она вот в монастыре. Какое-то было уважение. Уважение. Они как-то, ой, сестра там, сестра Татьяна, мать Иоанна, как-то вот уважительно относились. Несмотря на то, что это были просто мирские помощники, приезжали, просто люди помогали, и мужчины, и женщины. То есть очень как-то благопристойно все было. А душ-то давали вам там принимать? Душ? О, это вообще отдельная история. Мылись по уставу. Я нарушала там все уставы. Я вам так скажу. Я носила белье. Я говорила об этом игумене. Я не буду слушать вас в этом. Я буду это носить. Вот. И я нарушала устав. Я мылась, когда мне было нужно. Но мылись там все раз в три недели. Раз в три недели была баня. И вот это все там происходило раз в три недели. Но я мылась, когда мне было необходимо и когда мне было нужно. Другое дело, как я это умудрялась делать между послушаниями ночью, чтобы никто не заметил, чтобы никто не доложил игумене. То есть это была целая конспиративная история, как вот так помыться, встать ночью. Так, чтобы никого не разбудить, собрать вещи, взять тазик, пойти и помыться. Там еще за собой убрать, чтобы никто ничего не видел. Там не было. А потом... Душа не было? Вы в тазике мылись? Да, душа не было. У нас была прачечная. Вот. Туда самые непослушные и дерзкие, как называли таких, которые не слушались устава. Самые непослушные и дерзкие сестры, которые не хотели ходить грязными, тихонечко в тайне ночью. Она могла прийти в тазичек, налить воды, там один большой тазичек она в него встает, и вот как-то все это так происходит, и как-то кто хотел, тот соблюдал гигиену, кто не хотел, тот смирялся очень сильно. Но и ходить... Вот это несоблюдение гигиены, это же человек там начинает уже просто, ну, пахнуть сильно, да? Вы знаете, что интересно, нет. Вот я вам скажу так. Все равно какие-то элементарные вещи, там стопы помыть, руки помыть, уши помыть, там и определенные гигиенические процедуры, которые женские, все-таки сестры делали. Но все остальное тело, оно было потное и немытое. То есть так, чтобы от них воняло и разило, такого не было.
при всем этом я помню, что приехала паломница к нам из Петербурга, такая вся. И она побывала с сестрами нашими на Сенокосе. А там, понимаете, там солнце печет, это все вилами, это сено все тягают. Там, конечно, все потеют. И я помню, мы идем с этой женщиной, возвращаемся по дороге к монастырю. Она мне говорит, как-то очень, наверное, Бог есть, потому что от ваших монахинь даже потом не воняет. Я, говорит, пахну, как незнамо кто. А вот рядом с сестрой стояла, вот она тоже вся потная, у нее по спине, у нее весь подрясник мокрый, все вот тут мокро, но она не воняет. Вот как-то было тоже интересно. Я это списываю на то, что все-таки люди, сестры, они молились постоянно, ну, по крайней мере, старались. И вот это все равно, когда ты обращаешься, когда ты на связи с Богом, я не знаю, как-то это для меня это тоже загадка. Почему, будучи потными, от сестер не было противного запаха? Видимо, потому что они просто чистые люди, душевно чистые, действительно душевно чистые люди. Да, интересно. Чистая душа. Вопрос такой. Что все-таки послужило толчком причиной? Максим, повторите, я не услышала. Почему вы все-таки ушли из монастыря и как отреагировали сестры? Да. И как вам это решение? Ой, я это просто выстрадала. Я пока не дошла до самого, как говорится, вообще днища во всем этом, до дна страданий. Я только потом, вот только тогда начала просыпаться. Это все вот так двумя словами не скажешь. Ну, во-первых, вот много лет, когда много постов, отсутствие месячного цикла у девушки и вот такие нарушения гормональные, я стала, во-первых, года через два уже я стала чувствовать себя очень плохо. У меня была постоянная слабость, постоянная. Я просто себя на силе воли таскала. И вот когда бывает за трапезой попью крепкий чай, тогда я нормальная. Ну, как я была постоянно. И вот у меня просто такое болезненно. У меня просто вот эти годы, просто потихоньку-потихоньку, я чуть не дошла до онкологии. И у меня были, в итоге получилось, что это уже потом сформировалось в доброкачественную опухоль в правой груди и в горле. То есть я вот этими постами, вот этими стрессами, вот этим всем, я довела себя до такого, что я уже ходить не могла. У меня началась депрессия такая, что на меня даже крик игуменьи и вот эти вот моральные все издевательства, даже при всех вот это вот обличение, как она вот это любила делать, даже уже это меня не пугало. Я помню, что я как-то один раз просто не встала на это монашеское правило. Я его проспала. И потом, когда надо было вставать на литургию, я чувствую, я даже встать не могу. И я не хочу. У меня вообще, я дошла до такого, что я устала. Вы понимаете, когда много лет ты стараешься, ты работаешь, ты выкладываешься, ты неистово молишься Богу, ты реально там трудишься с таким энтузиазмом, и потом ты начинаешь затухать, тело уже не выдерживает этих нагрузок, никакого вознаграждения за это нет, элементарное спасибо нет. Понимаете, когда нет никакой отдачи от твоего труда, и ты все равно остаешься каким-то куском земли, если не сказать хуже, тебя постоянно унижают при этом, и ты терпишь. С каждым годом у тебя размер терпения все больше и больше. И доходит до такого, что тебе уже ничего не хочется. Вот такая накрывает тоска, что все это бессмысленно. Что столько лет трудов, столько часов молитв, столько всего, и все равно
Вот ты как был, так и остался. Вот к этим евангельским идеалам ты никогда не приблизишься. Ты как был куском какашки, так и остался. Понимаете, это нереально. Все вот эти вот религиозные идеалы – это нереально. Это просто замануха. Это как морковка, подвешенная впереди у ослика. Ты никогда ее не догонишь, не схватишь. Это чистой воды манипуляция. И когда просто у тебя уже тело отказывается, ну, служить вот этому всему. Я помню, я лежала сутки, не вставала с кровати. Зашла игумене, она хотела на меня наорать. Я помню, что я на нее посмотрела таким безучастным взглядом. Она поняла, что уже орать бессмысленно. Я уже не боюсь даже этих криков. Хотя она могла так унизить, она могла так припечатать. Она так умела это делать. Но тут я уже дошла до такого, что вот говоришь, что хочешь, мне уже все равно. Я лежала так 3 дня на кровати. 3 дня все ходили, удивлялись, что с ней стало. Ходили там, за меня молились. Куклы за меня били, что я бесноватая стала. В меня бес вселился. Уныние. Бес уныния. Я только ходила, вставала, мне говорили, иди хоть покушай. Я спускалась в трапезную, как я не знаю. У меня тело все было вот такое. Я вообще ничего не хотела. Я что-то поем, пойду опять лягу. И потом у меня все. Я вроде бы начинаю нормально опять режим соблюдать. И опять срываюсь. У меня тело уже не могло. Как потом выяснилось, просто я очень сильно-сильно истощила организм и довела его до такой болячки, что уже не выдерживала оно таких нагрузок и таких постов. И потом я стала говорить матушке. Говорю, матушка, можно я попью крепкий чай, потому что у меня нет сил работать? Она говорила, ты наркоманка, тебя бесы побуждают, чтобы ты просила у меня чай. Не соблюдаешь пост, нарушаешь устав, ты такая сякая. Еще во время трапезы она вот это меня при всех обличала. Что ты такая сякая, предательница Христа. А потом еще и антихристу поклонишься с такими-то делами, вот, как у тебя. Вот. И я потом начала понимать, что все просто. И вы знаете, в тот момент, несмотря на то, что я очень хорошо сказала о сестрах, но я потом поняла, кто из сестер мне друг, а кто мне не друг. Когда вот это со мной случилось, когда вот я уже впала в это уныние, в эту депрессию, от меня отвернулись все, кто действительно были неискренни. Со мной просто нормально могли разговаривать и общаться 1, 2, 3 человека из всех сестер. Потому что все остальные были убеждены, что я уже бесноватая, что у меня уже бес уныния, я отступница, я предательница, и со мной надо очень жестко и сурово, меня надо плетью бить, чтобы я вот эту вот лень и вот эту дурь больше не лелеяла в себе. Мне говорили, ты занимаешься саможалением. Не верь своему телу, что оно у тебя нету сил. Не верь, что там у тебя это болит, то болит. Не верь. Ты занимаешься саможалением. Ты потакаешь бесам. И когда вот это началось, я искренне поначалу боролась со своим телом. Я пыталась, но у меня не получалось. Я потом просто сказала, я не могу в этом монастыре. Видимо, где-то есть менее строгие монастыри, где все-таки в посты сестрам можно и покушать, и чай попить между трапезами, и что-то как-то не так сурово упахиваться. И я попросила матушку, чтобы поговорили с архиереем, и меня перевели в другой, не такой строгий монастырь. И вот я пробыла вот в первом монастыре, и во второй монастырь я переехала, я туда приехала с сумкой, и я приехала туда с температурой, с соплями, и я
приехала, и я неделю просто там болела, но я не лежала в келье, я не лечилась, меня никто не лечил. Я ходила на правила, я выполняла послушание, потому что вот такая сякая, а там же, они же уже сказали, да, что вот из того монастыря вот к нам пришла непослушная такая вот, непослушная такая сестра, которая вот бзик там, бзик у нее. Она работать не хочет, она у ей овладел дух уныния. И вот тут смотрите над ней. Там же та игуменья, эта игуменья уже все там про меня рассказала. Вот. Какая я и что я. И там я не, вот, будучи с температурой, я там вот этот грипп перенесла на ногах. И у меня, а я как бы вообще читала и пела, я несла клиросное послушание в первом монастыре и во втором тоже. И когда у меня просто потерялся голос, я не могла ни петь, ни читать. Там злобы в мою сторону не было предела. Потому что как ты так, ты что тут нам врешь? Ты нам врешь. Ты врешь. У тебя в горле бесы, и ты их слушаешь. Вот если бы ты истинно молилась и каялась, как мне одна сказала, вот ты перешла из монастыря в монастырь и голос потеряла. А ты знаешь, за что? Ты вот причину следствия понимаешь? Тебя Бог наказал. Вот ты голос и потеряла. А я пела и читала. Я очень любила петь на клиросе. И когда я потеряла, это была такая отдушина просто, пение. На фоне вот этого всего мрака. Вот, и тут, когда вот эта последняя отдушина у меня потерялась, я не могла ни петь, ни читать. Я могла только стоять. Ну, меня там поставили уставщиком на клирос. Я просто вела службу, там показывала, что читать, что петь, какие кафизмы, какие стихиры, какие каноны. Но петь я не могла, это было очень грустно. И с этого монастыря потом в итоге я тоже ушла. Но ушла потом. Почему? Потому что я захотела учиться, а мне не дали. И еще даже в большей степени, когда я, вот у меня обнаружили доброкачественную опухоль в груди, и я уже чувствовала, что я не жилец. Я чувствовала, что скоро я умру. Я прям это ощущала. Я уже прям даже внутри была готова к этому. У меня родственники пошли к какой-то монахине, где-то там в Петербурге, в каком-то монастыре, а монахиня там прозорливая якобы, и спросили, вот спросили за меня, будет она жить или нет. Она говорит, нет, она умрет. Я вижу, что она умрет. Я действительно в тот момент умирала. Прям реально. Но вопреки всему, появился там человек, вот в этом монастыре. Вот это был второй мой монастырь, это был городской монастырь. И там в плане медицины и в плане вот вообще устава было попроще и полегче. И там просто один из наших прихожан, он был врачом, он и сейчас врач. Спасибо ему большое. Как-то раз подошел ко мне и сказал, мать, я не помню, что он мне сказал. Как-то он подошел, он понимал, что подход нужен, что сразу предложить лечение он не может. Я бы отказалась. Он как-то сказал, а давай-ка я, как он сказал, подиагностирую тебя. Он врач-кинезиолог. То есть врач-кинезиолог, он заменяет 15 врачей обычных. Он диагностирует, он может просто, ну, у них там такие методы диагностики. Во-первых, у него биорезонансный аппарат был в кабинете, и он еще сам диагностировал. И он может диагностировать все инфекции, которые сейчас в организме, все нарушения, все, вот полностью диагностика. Вот, он меня вот как-то вот продиагностировал, выдал то-то, 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 то-то. И, ну, я ему сказала свой, как бы, ну, то, что вот у меня там в груди. Он говорит, ни в коем случае никакой биопсии не делать. Не надо в больнице лечиться, тебя залечат. И тебе, говорит, операцию сделают. Это, говорит, это все, это, нет. Тебя не вылечат, тебя просто залечат. И он просто меня препаратами потихонечку
какими-то травяными препаратами, он специально мне подбирал витамины, препараты, минералы, БАДы. И полгода потихонечку, помаленечку, сначала в тайне даже от матушки. В тайне. Он мне подарил мобильный телефон, и мы созванивались. Вот. Он приходил на службу, мы выходили, он смотрел меня, он делал мне назначение, мы договаривались. Он меня просто приезжал за мной, я выходила за ворота тайком. И ездила к нему в кабинет, он там просто проводил диагностику. И он меня вытащил с того света. И потом, когда я уже стала поправляться, у меня вот эта опухоль рассосалась, голос стал восстанавливаться. Это где-то взялся он меня лечить в сентябре месяце, а это уже было где-то в марте. Ну, то есть сколько там? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Ну вот 7 месяцев. И только тогда он пришел к игумене, к матушке, и сказал: «Вы знаете, что я вашу вот инокиню, я уже лечу уже полгода». Она говорит: «Как? Ты нарушил устав. Это не угодно Богу». Он сказал: «Если бы я за нее не взялся, она бы умерла». «Ну и что? Ты не имел права». Он говорит: «Вы вообще понимаете, что человек просто... Еще чуть-чуть, у нее бы началась онкология, и все. Они просто... Он говорит: я когда это услышал, я понял, что тут не Бог, тут просто дьявол». Когда он говорит, я услышал от них: «Ну и что?» И он, ну, повернулся благочинно и сказал: «Мать Варвара, а если бы ваш сын, ваш, вот с вашим сыном это случилось, вы бы так никогда не сказали». Они там его прессовали в кабинете часа, наверное, полтора, за то, что он меня вытащил, вылечил без их разрешения и благословения. И он, они когда спросили: «Ну зачем ты вообще начал это?» Он говорит: «Я знал, что вы никогда не разрешите, и она умрет». Дело в том, что у него была история, то есть до меня в этом монастыре, примерно от этого же диагноза, там тоже был, ну, там уже был конкретный рак горла, там умерла молодая инокиня. И он тоже говорит: я на нее смотрел, смотрел, смотрел. Я говорит, он как врач, он видит даже по походке, он и кости правит, он очень много чего может. Я видел, что она не жилец. Я, говорит, как-то раз к ней подошел, сказал: «Мать, давай мы возьмемся за тебя». А эта инокиня сказала: «Нет». Он говорит: «Мать, ты понимаешь, что ты умрешь?» Она сказала: «Значит, воля Божья». Она была очень послушная, и она умерла. Умерла, похоронили, и буквально через несколько месяцев я приехала в этот монастырь, и потом вот этот вот врач, он сказал, говорит: «Когда я увидел, что ты уже ходишь вот такая, и ты тоже не можешь ни читать, ни петь, у тебя голос потерян». Я, говорит, посмотрел на тебя и понял, что ладно, я ту инокиню упустил, она умерла. Но, говорит, меня просто с меня Бог потом спросит. Потому что у меня, говорит, просто реально похоронили человека, которому я бы мог помочь. И тут, говорит, мне, говорит, просто Бог дал второй шанс. Я, говорит, и я сказал себе: я вот этого человека я спасу. Потому что я себе не позволю вот так вот наступить на совесть второй раз. И он меня спас. Что ему за это было, Максим, вы не представляете. Анафема. Понимаете? Там его обвиняли в блуде. Вы понимаете, что это инокиня. Вы можете читать. Да как вы вообще смеете? То есть там у этих людей вообще мозги повернуты, вообще не туда. Они думают вообще не о том. Они думали в первую очередь о том, чтобы он там, мирской мужчина, мог сделать с инокиней. То есть они не думали ни о жизни о моей, ну, ни о чем таком. Они просто думали о каких-то таких вещах вообще. И когда вот он говорит: «Ну вы понимаете, что она бы умерла, ну и что?» Я, говорит, был просто поражен.
И вот я потом ушла. Вот я заканчиваю. Вот вопрос мой, что, как же вы ушли оттуда? Именно конкретная история побега. Да. Как вы приняли решение, самостоятельно или кто-то вам подсказал? Куда вы ушли? Ведь идти-то некуда было, наверное, да? Потому что домой вернуться, это я понимала, что там, ну, как бы, это не дом, это не та безопасная пристань. Я оттуда, как говорится, когда бежишь оттуда, потом туда возвращаться как-то не это. Но я просто очень сильно захотела уйти. Я просто... У меня была там тоже инокиня, мы с ней дружили, и она постоянно мне ныла. Она тоже хотела уйти, но боялась. И она ныла, она говорила: «Мать, ну ты уйдешь, а что ты будешь есть? А куда ты пойдешь? А где ты будешь жить?» И когда она вот это начинала говорить, у меня начинался такой страх, такая тревога, такая безысходность. Я просто как-то один раз ее остановила и сказала: «Хватит меня своими страхами и тревогами заражать. Вот эти вопросы задай себе, а не мне». Я говорю: «Я разберусь». И я реально ушла в никуда. Я как-то помню, что я сидела и вспомнила, что у меня есть знакомая одна женщина. Вот. Я нашла ее через одноклассников. Через одноклассников. Созвонилась с ней и попросилась к ней пожить первое время. Она, когда узнала мою историю, она говорит: «А я думала, ты куда-то в Петербург уехала, вышла там замуж, благополучно живешь, а ты, оказывается, вот так вот пропадаешь. Ну, конечно, приезжай, все». И первое время, где-то месяц, может, даже и полтора, я была у нее. Но перед тем, как вообще, вы понимаете, что я собирала вещи потихонечку, я там упаковалась, все, сумки, мне даже, видите, когда вот ты что-то хочешь, под это твое намерение Вселенная дает возможности, главное их видеть вовремя. Мне просто вот эту женщину дали, тут знакомый моего брата, таксист, как-то помню, он приезжал ко мне просто в монастырь меня проведать, ну, там, попросить помолиться, и он сказал: «Если что, я к твоим там услугам, тебе куда-то надо будет». Конечно, все, и я вспомнила дядю Ваню, и позвонила ему и сказала: «Дядя Ваня, вот там в пятницу во столько-то, будьте, пожалуйста, на автомобиле у ворот монастыря, я потихонечку вынесу вещи, и я уеду». Говорит: «Хорошо». Он подъехал, я стала потихонечку, никому ничего не говоря, просто сумку за сумкой выносить. Мне даже, по-моему, кто-то помог, там паломницы какие-то они: «Ой, а вы куда?» Я говорю: «Да вот помогите мне сумочки». «Ой, да конечно, конечно, знали бы они, что они меня, ну, мне помогают, ну, с вещами на выход сбегать. Они бы, конечно, не помогли бы». Ну, тут я-то как-то... «Ой, да, конечно, помогите». Мне помогли там две женщины эти сумки вынести. Я загрузилась в машину. Надо было мне просто сесть и поехать к Галине Борисовне. Ну, вот той женщине, которая меня ждала. Нет, я же говорю: «Дядь Вань, подождите, сейчас я пойду попрощаюсь». Вот зачем я это сделала? Я пошла, я думала, будет все по-человечески. Честно. Я думала, будет все по-человечески. Я пошла к игумене и сказала: «Матушка, я уезжаю». Она сказала: «Гитару верни и иноческое сними, и одежду оставь, и вообще ты вещи, а ты вещи собрала, ты не имеешь права вещи вывозить из монастыря, ты, тебе тут ни одна нитка принадлежит, это все Божье имущество». Я говорю: «Гитару я не отдам, это мне подарили гитару». То есть, и когда она сказала: «Ну, давай возвращай гитару, ты не имеешь права», я поняла, что там просто темный лес.
Я развернулась и пошла. Просто меня вот так вот трясло. Я вот так вот, подходя к воротам, оглянулась на все это сооружение. Просто сказала, все, все это закончилось, как просто, как кошмар. Села в машину и поехала. Первое время вот у Галины Борисовны жила, потом я съездила домой, потом я поступила на психологию, гештальт, Московский гештальт-институт. И сейчас вот я изучаю психологию. И тогда я просто поняла, что мне необходима психологическая помощь. Необходима как воздух. Мне необходима реабилитация. Мне необходима, я не знаю, терапия, личная терапия, психотерапия просто. И даже не по монастырю, а просто по моим семейным, ну, по детским травмам, по детской травматике. Потому что не будь этой детской травмы, ну, вот этой травмы в детстве, вот этих психологических, я бы в монастыре бы не оказалась бы. Это 100%. Поэтому у меня вот ощущение такое, что в церковь приходят люди, которые вообще когда-либо просто имели такое вот невезение столкнуться с насилием в жизни, в своей собственной семье, там, родительской или вообще. Потому что вот просто так вот это терпеть и считать, что это норма. Здоровый человек со здоровыми границами, психически взрослый человек с нормальными границами, он не будет над собой такое терпеть, издевательство. Потом потихоньку, я и пекарем работала, мне пригодилось вот это вот навык, я работала пекарем, потом я как-то вот случайным заработком перебивалась, а потом я поняла, ну, и меня там, ну, понимаете, в силу обстоятельств, сейчас я, у меня как бы другая сфера деятельности, я занимаюсь картами Таро, я консультирую людей на Таро, то есть, можно сказать, я ударилась в полный сатанизм с точки зрения церкви. Я сейчас делаю расклады на Таро, я таролог, я выучилась, и я практикую. И этим зарабатываю. У меня вопрос такой, Лада. Вот вас предали там анафеме в церкви? Вы вас преследовали, вас пытались найти как-то или что-то такое? Дело в том, что они, конечно, не будут так вот физически искать, там кого-то посылать, но звонки были. Звонки как-то мой номер доставали, мой номер телефона, они умудрялись узнавать. Ну, потому что еще в монастыре осталась та сестра, с которой я дружила, у нее был мой номер. И как-то достали мой номер монахини моего первого монастыря. И две монахини, они мне позвонили и спросили, что с тобой случилось, почему ты ушла? Ну-ка, давай возвращайся. Господь милости. Я говорю, нет, я, говорю, в это не вернусь. И когда я просто напрямую стала с ними говорить о том, что матушка — это монстр, ну, матушка первого монастыря, я говорю, это манипулятор, психопат и монстр. Я к ней не вернусь. Я под эти издевательства, я не вернусь больше. Они говорят, как ты смеешь на священное начале, на свою духовную мать, вот так. Я говорю, это не мать. Так издеваться над детьми, пускай даже над духовными детьми. Просто я далеко не все рассказала, что там. Ну, то есть случаев много. Я там и натерпелась сама, и насмотрелась, как там над другими издеваются. Просто я говорю, под это иго я не вернусь. И говорю, это не матушка, говорю, это монстр. Они, а для них это, знаете, как нарушить священное табу. Как ты посмела называть все своими именами? Она же такая святая, она же печется о спасении души. И когда они поняли, что все, они сказали, ну ладно. И после этого все от меня отстали. Uh-huh.
Спасибо огромное, Лада, за этот рассказ, за эту лучший монах. Вот, я думаю, вы комментируйте, задавайте вопросы, если будут вопросы у вас и комментарии. Я думаю, что Лада не откажется встретиться еще раз и ответить на вопросы. И, может быть, сочтет нужным еще какие-то подробности рассказать о жизни в монастыре, потому что которому было отдано очень много времени жизни. Правильно? Вот. Ну, я желаю вам, Лада, успехов во всех ваших начинаниях, крепкого здоровья, всяческого благополучия, новой жизни. И спасибо. Я думаю, что вы на правильном пути, помогаете себе, и я вижу, что вы уже и с юмором относитесь. И да. Все равно эта боль, конечно, есть, и это годы вот терапии, но это биография, зато вы достигли дна, оттолкнулись, и вы поняли, вы избавились от иллюзий, от всех, правильно? И теперь вы дышите свободно. Теперь вы дышите свободно. Я считаю, что это и есть настоящее чудо. И видите, как и добрые люди попадались тоже. И... Но вот вы не утратили веру в Бога, да? Все-таки вы чувствуете, что есть какое-то такое... Чудеса на каждом шагу, Максим. Потому что, вот смотрите, я ушла в 2018-м. Буквально, ну сколько? 3 года прошло. У меня жизнь вообще наладилась. Вообще. Я сейчас замужем благополучно. То есть, а мне говорили, о, да что ты, да куда тебе? Когда я же вышла оттуда, я почти лысая была, у меня же волос не было. Только стоило здоровье восстановить. То, что сейчас это еще хорошо. А то какая я вышла, там 3 волосинки было. Есть у вас фотографии того периода? Фотографии монастырского периода? Да. И того нет, я вообще очень не люблю фотографироваться. А вот фотографии в монашеском я поищу. Если остались, я их удалила. Вот. Я их удалила, и, может быть, у кого-то из моих там знакомых остались, я поищу. Я просто и не люблю фотографироваться. У меня больше фотографий нынешнего периода, чем того. Да, для контраста просто. Вот, здорово, что все меняется к лучшему, что жизнь полна чудес, и самое главное чудо, что вы поменяли роль, перестали быть жертвой, стали хозяйкой своей судьбы, и теперь сами определяете, как вам жить и что вам делать, и научились наслаждаться жизнью, радоваться жизни, устраивать свою жизнь. И, в общем, ответственность. Жить без страха, самое главное, и с любовью к себе. Прекрасно. Так и есть. Спасибо. Спасибо огромное. Всего самого доброго. Пожалуйста.